Объятия спасут мир. Сегодня на площади Ленина в Новосибирске прошел оригинальный флешмоб. Каждый желающий смог принять участие, поделиться хорошим настроением. Подробности у Екатерины Тихомировой. По традициям неофициального праздника обнять можно любого человека, если, конечно, он не против. Существует даже поверье, что во время дружеского контакта происходит обмен душевным теплом. Сегодня, даже несмотря на серый снег и серое небо, сегодня у нас яркие шарики, теплые улыбки, мы обнимаемся и дарим добро. Цель акции – подарить людям тепло, которого порой так не хватает. Даже психологи посчитали, для хорошего настроения человеку необходимо 8 объятий в день. Реакция людей на предложение обняться самая разная. Кто-то делал вид, что не замечает, кто-то занят, но через пару минут ситуация меняется. Конечно, понравилось, само собой разумеется. Я думаю, что это даже некоторая необходимость нашего времени. Хорошая, добрая акция. Я живу в Канаде, у нас тоже такие проводятся. Я иду грущу, и меня обняли, я на эмоциональном подъеме пошел дальше. Мероприятие проходит уже третий год подряд. По мнению организаторов, такой флешмоб поможет запустить круговорот добра в нашем мире. Люди придут домой и поделятся своей радостью с родственниками и друзьями. Екатерина Тихомирова, Юрий Мясников, Антон Мамаев. Новости ОТС.